Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 22 февраля – хитрый день, который готовит подлость. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Среда, 22 февраля, является противоречивым во времени, когда энергетические потоки настолько сильны, что могут стать причиной раздражительности и агрессии. Правящие сегодня третьи лунные сутки – потребует от вас активности и готовности действовать, стремиться к своим целям. Сегодня крайне опасны любые проявления пассивности, поскольку неизрасходованная энергия будет негативно влиять на ваше настроение и самочувствие. Действуйте уверенно, смело, но избегайте неблаговидных поступков. Направьте всю доступную мощь в мирное русло. Луна перешла в знак Овна, поэтому день пройдет насыщенно и быстро. Однако энергетика созвездия добавит противоречий третьей лунной сутки. В эту пору люди становятся импульсивными, нетерпеливыми, склонными к конфликтам и ссорам. Но вместе с тем этот период дарит оптимизм, умение молниеносно принимать правильные решения и быстро ориентироваться в сложных ситуациях. Чтобы избежать негатива, старайтесь не допускать нервозности. Сконцентрируйтесь на поставленных задачах и полностью погрузитесь в работу. Сегодня вам предоставляется возможность достичь многих поставленных целей, поймать удачу, но для этого необходимо действовать быстро и уверенно. Сегодня вам придется побороться за место под солнцем, поэтому не теряйтесь и будьте готовы проявить напористость и деловую хватку. Однако избегайте любых проявлений негатива, не позволяйте себе грубых высказываний в адрес окружающих, будьте предельно вежливы и корректны. Справиться с раздражительностью, свойственной третьим лунным суткам, будет непросто. Однако, если вам это удастся, день пройдет продуктивно и подарит удачу на весь цикл луны. Чтобы избежать накопления негативной энергии, важно избегать бездействия. По этой причине, если ситуация, в которой вы оказались, не располагает к активным действиям, займитесь физическим трудом. Сновидения этих суток редко бывают вещами, поэтому даже если вам приснился кошмар, не воспринимайте его серьезно. Мысленно прокрутите сюжет сна, изменив его концовку на положительную, после чего постарайтесь больше не вспоминать о нем. Неблагоприятный период для творчества. Вдохновение даже не думает появляться на горизонте, а все попытки продолжать начатое ранее приводят к незапланированным заминкам или, того хуже, становятся причиной порчи всей вашей работы. Поэтому переключитесь на дела, не требующие полета фантазии и присутствия музы, а все творческие начинания пока отложите. Обучение в третьей луны сутки продвигаются плохо. Быстрая энергия этого дня не способствует усидчивости, поэтому погрузиться в изучаемый материал будет непросто. Даже самая несложная информация пройдет мимо сознания и не отложится в памяти. По этой причине, если вам все же необходимо позаниматься, будьте готовы к необходимости неоднократного повторения пройденного. Это самый лучший период для спортивной деятельности. Огромное количество энергии требует выхода, поэтому направить ее на физическую активность будет самым лучшим решением. Луна советует: займитесь проектами, которые были начаты накануне. Направьте свою энергию на их продвижение и развитие. Не начинайте никаких новых дел, так как имеется риск неудачи. Принимая решения, не допускайте сомнений и колебаний, так как они не приведут вас к успеху. Коллективный труд будет менее успешным, чем индивидуальная деятельность, поскольку сегодня возрастает риск конфликтов. По этой же причине отложите разговор с руководством, если он не касается срочных рабочих моментов. Неблагоприятное время для общения с действующими и потенциальными партнерами. Отложите все финансовые операции, так как в эти сутки особенно велик риск потерять накопленные капиталы. Вложенные куда-либо деньги с большей вероятностью никогда не окупятся, а все совершенные покупки окажутся неудачными. Также сегодня нельзя одалживать и занимать деньги, чтобы не отпугнуть денежную удачу. Энергия дня не подходит для масштабных дел. Лучше всего ограничиться привычными домашними делами и отложить все, что не является срочным. Будьте предельно осторожны с острыми предметами, особенно способными нанести травму. Общение с близкими людьми будет позитивным. Вы хорошо проведете время в компании друзей или родственников. Однако эта позитивная энергия не распространяется на новые знакомства. Встречи с незнакомыми людьми могут привести к ссоре и бурному выяснению отношений. Чтобы снизить негатив, старайтесь больше слушать, чем говорить, и ограничьте свой круг общения.
Чтобы взаимоотношения со второй половинкой сложились удачно, вам необходимо продемонстрировать всю свою любовь и выдержку. Остерегайтесь ситуаций, которые могут спровоцировать всплеск эмоций. Не принимайте поспешных и категоричных решений. Не вступайте в ссоры, тем более, что достичь взаимопонимания в этом случае не получится. Отложите выяснение отношений до лучших времен. День не подходит для каких-либо поездок. В пути вас ждут неприятные попутчики, конфликты, пробки на дорогах, имеется опасность аварии. По этой причине отложите отъезд и проведите день дома. При отсутствии такой возможности будьте готовы к бдительности, контролируйте действия обслуживающего персонала и проявите терпимость к окружающим. Сильная энергетика дня обладает агрессивными свойствами, поэтому день отлично подходит для установления защиты. Кроме того, это хорошее время для денежных обрядов и привлечения удачи. Привлекаем богатство. В эти третьи лунные сутки, вот как только на небе появился серп молодой луны, возьмите свой кошелек. Выньте из него все монеты и карты, оставьте только купюры. Затем, держа его в руках, подойдите к окну, не вынимая банкноты из кошелька, пошуршите ими. Старайтесь издавать звук как можно громче, затем трижды скажите. «Месяц молодой, озорной и удалой. Ты в рост иди, а мой кошелек и денежку клади. Пусть она множится и никогда у меня не переводится». Говорим три раза. После этого верните в кошелек монеты, остальные предметы и пользуйтесь им, как обычно. Защита от негатива. После наступления темноты поставьте в комнате, где чаще всего собираются все члены семьи, три свечки. Расположите их в ряд. Подожгите фитильки одной спичкой. После чего сосредоточьтесь и четко, вкладывая силу в каждое слово, скажите: «Луна растущая, силу дающая. Ты мой дом защити, от невзгод убереги. Крепкой стеной жилище окружаю, счастье, любовь в него впускаю. От зла навек уберегаю, быть посему». Проговариваем три раза. Свечки не тушите, дождитесь, когда они догорят сами. Если останутся огарки, выбросьте их подальше от дома. Через полгода такой ритуал можно повторить. Чтобы привязать удачу. Для этого ритуала вам понадобится любая нательная одежда, иголка и нитки. Вам нужно просто на своей одежде с изнаночной стороны сделать пару стежков, незаметных. Когда будете делать, скажите такие слова: «Ангелы, ко мне спешите, удачу мне подарите. Ее я накрепко к себе привяжу, на одежде завяжу. Ее никогда не потеряю, на добрые дела направляю. Да будет так». Вот проговорим один раз. Достаточно сделать 2-3 стежка. Все. Надевайте такую одежду, особенно когда вам необходима удача. Одежду можно брать любую. Ну а по народным приметам в этот день отмечают и день Панкратия. Родившийся 22 февраля. Энергичный, сентиментальный, эмоциональный личности. Кроме этого, обладает яркой притягательностью и харизмой, благодаря чему привлекает окружающих и имеет большой круг друзей. Отрицательной стороной этих людей можно считать их непредсказуемость, из-за чего могут возникать различные трудности, как в личных отношениях, так и в деловых. Но их талисман – алмаз. Поскольку наши предки были зависимы от количества заготовленных на зиму запасов, к концу февраля многим приходилось непросто. Вторым названием этих суток было «Лаптев день». Наши предки приступали к плетению лаптей. Одним из запретов этого дня считали построение планов, витание в облаках и обдумывание мечты. Считалось, что за подобные действия святой Панкратий накажет фантазера и лишит его не только удачи, но и сделает так, чтобы планам не суждено было сбыться. Еще одна примета гласила о том, что в этот день ни в коем случае нельзя оставлять на полу или на дороге оброненный мусор. Если пренебречь этим запретом, человек мог лишиться всех денежных запасов. Чтобы этого не произошло, следует поднять уроненное и донести до урны. И по традиции, перед сном обязательно повторяем такие слова. «Я освобождаю весь внутренний негатив и открываю счастью и возможностям». Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни не будет никакого негатива, а будет только счастье и гармония.